Туристический потенциал Волгоградской области невозможно переоценить. В последние годы ведется системная работа по его реализации и увеличению привлекательности региона. Создаются абсолютно новые туристические направления. В рамках этой программы Ростуризм организовал инфотур для представителей СМИ и бизнеса. Гости со всей страны смогли познакомиться с главными достопримечательностями региона. Я город Волгоград давно уже знаю, но я хотела его узнать поглубже. Из-за этого я приехала для своих именно туристов, которым я занимаюсь, детьми, взрослыми. Мы постоянно заезжаем, проезжая ваш город, едем на юг, я занимаюсь автобусными турами. Мне достаточно очень впечатлило. Традиционно главным туристическим направлением Волгоградской области считается патриотическое. Долгие годы визитной карточкой региона оставались Мамаев курган, музей панорамы «Сталинградская битва» и другие памятники Великой Отечественной войны. Авторы проекта нисколько не умаляют их значения для региона, но стремятся развивать и другие направления. Это то место, которое должен посетить каждый русский человек хотя бы раз в жизни, и это то, что должно быть в Волгограде и от чего нельзя уйти. Но с другой стороны, мы, люди, не можем слишком долго переживать какие-то тяжелые эмоциональные переживания, особенно в рамках отпуска. И поэтому данный инфотур показал нам, какие еще есть точки притяжения в Волгограде, помимо Мамаева кургана. Мы побывали в Сарепте, мы увидели эпичное, хоть и спорное строительство Волгодона. Мы побывали в Дубовке, которая поразила шумом волн даже в этот ненастную ноябрьскую погоду. И мы увидели южное гостеприимство Волгограда. По итогам инфотура в регионе продолжится работа над формированием новых туристических маршрутов и развитие собственных уникальных направлений, в том числе и в непростых условиях пандемии. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». У нас сейчас открылся великолепнейший...